Всем привет! У нас без 20:10, минус 2 на улице, прохладненько так. Я собралась на работу, а потом вроде как одна квартира у меня. Не знаю по поводу квартир, прям точно. Вот, а там уже как домой приеду, у меня заказали с пересылкой 4 хатея. Я забыла даже про них, что они у меня есть. В итоге я их когда сделаю, надо отфоткать. Вот. Вчера целый вечер монтировала видосы, которые она снимала. Я ставила в фотофон эти изделия свои. Ну, я, короче, под музыку снимала красивенько. Вот, поэтому набираю подписчиков там. И рекламирую свой инстаграм. В итоге занимаюсь, как говорится, продвижением своей странички и своих, и рекламой своих изделий, так назовем. Вот. Ну, говорю, я вчера начала вот показывать, полетели заказы, все, о, и автобус как раз, прекрасно, полетели заказы, все прекрасно. Единственное, сегодня еще с магазином надо списаться, во сколько завтра идти. Завтра я получу деньги в этом, в одном из магазинов, а во второй, не знаю, надеюсь, на завтра. Вы думаете, что это я сделала? Нет, я сегодня буду делать вечером, ночью, ну, как обычно. Ой, капец, еще свечи ждут. Мне же за этот надо аромасэше залить, свечи залить. Но в итоге работы достаточно, предостаточно сегодня. Ну, я много чего наотливала, сейчас тоже подоставала некоторые изделия. Ракушку только одну поломала, но другую залила. Не знаю, что там получится. Но залила одну. Надеюсь, она не сломается. А так, в принципе, по цветовой гамме занесу то, что есть. Некоторые надо в черный покрасить, некоторые в белый. Все такое, что, в принципе, быстро сохнет. Да. Сейчас главное отработать. Сейчас приснила сон, что с работой своей там, короче, посралась конкретно. Ну, прям. Хотя там вообще, в принципе, то, что мне во сне там на меня, типа, тыкали, что я, типа, пришла на работу и ушла. Вот, в реальности вообще всем по барабану. Ну, чисто-чисто в подъезде, что еще надо. Поэтому вот, ну, и на улице. Поэтому вообще претензий, в принципе, нет. А я сказала, будут претензии, говорю, ну, извините. Я изначально, как пришла на работу, я предупреждала, что у меня квартира, поэтому я буду, как шалтай-болтай, работать. Он говорит, мне пофиг, главное, чтобы не жаловались. Вот и все. Вот автобусик едет. Где он? За деревьями. Поэтому вопросов ко мне по работе нет. Вот. Автобусик мой, все. Поехали работать. Я уже хочу назад. Сейчас 11:30. Я уже убрала квартиру одну. И, собственно, работу свою. Все свободно. Сейчас зайду в магазин. И пойду домой делать заказы. У меня уже 2 заказа нужно сделать в очереди. И на завтра в магазин изделия доделаю. А вот. Снег тут немножко лежит. Но показывает, что как бы минус 3, но стало теплее, чем было в минус 2. Сегодня будут в классе температуру мерить. Мама та, которая написала мне вчера, что у ребенка в пятницу было 37. Я говорю, вы придержите, а то вдруг заболеет до конца. В пятницу этот ребенок не ходил. Сегодня уже планирует идти. И говорит, пятница, суббота, воскресенье, температура 37 держалась. Позвонила учительница. Говорю, имейте в виду, потому что, говорю, ребенка жалко. Больше ребенка жалко. Она сидит с грудным ребенком дома и выпроваживает этого ребенка. Они, блин, просто не представляют, что можно так, наоборот, этого ребенка добить этими перепадами, физкультура тем более. Побегают на физкультуре, температура еще больше скаканет. В итоге, не знаю, чем родители думают порой, но очень жалко этого малого. И других жалко, что, блин, заразу подцепят. Все, я уже дома, кошак пришел. А что ты пошел тогда на улицу, если ты назад идешь? Маленький говнюк. Ага. Мру. Купила Lucky Boy для мальчиков.
Лаки-бой для девочек. Последний был. Два попкорна с сыром. 6 чебуреков. 2 творожка. Было 2 вот таких вот паштета. Один собаке, второй этому. Что ты тут занюхиваешь? Капуста по-домашнему. Сегодня будем картошку варить. Йогурт. Йогурт. И 8 сарделек с телятиной. Вот что почем. С каждым днем все чек больше и больше. 28,96 за все. И пакет еще. Сейчас мала в школу уже пойдет. Уже собралась. Я тебя сейчас укушу. Сейчас все это буду красить. Погрунтованы. Классно. С работы еще. Я за сегодня кучу разной красотищи наделала. Вот, телесного такого цвета. На камере вообще совсем цвет другой. Такой прям цвет слоновой кости. Получилось очень красиво. Занесу несколько вот таких вот сердечек. Пару таких. Ручки. Просто ракушки. Ну и вот эти вот приготовила. Еще для второго магаза надо мне перья наделать. Короче, у меня сегодня, наверное, вся ночная. Вот эти вот руки с губами идут в один магазин. Еще туда нужно листья и перья доделать. А, еще шкатулка белая туда же. А все остальное это понесу на выбор. Что выберут, то выберут. Ну вот, листочки такие идут. Сейчас еще голубенькие сделаю. Голубенькое перышко. Сейчас сделала разнообразие, чтобы можно было что-то выбрать. Эту исправила вот так. Красота. Еще осталось аромасаше залить в сердечки. У меня сегодня работа, короче, на ночь. И вот эти вот баночки еще пошлифовать донышки. Нужно и покрасить. И все. Я тут вон сижу, крашу, а Денис вон что наготовил. Капусты, говорю, наложил. Реально как козе.